Главное не замечтаться по дороге на свой дачный участок, особенно если он расположен за третьим КПП. Иначе можно попасть в беду. Ни для кого не секрет, что садовые дороги у нас, мягко сказать, далеки от совершенства. Как, впрочем, и городские, но загородные особенно. Ямы в асфальте, как после бомбежки, того и гляди, пробьешь колесо или потеряешь подвеску. Однако такие вот повороты судьбы грозят и вовсе трагедией. Недавние дожди размыли грунт под асфальтом, и вот в этом месте образовался глубокий провал, пока пустота заполнила самый только край дороги. И большинство автомобилистов ее даже не замечает. Однако в дальнейшем ситуация может обостриться. Вода потечет по уже выработанному руслу, промоет более серьезную полость, и дорога может вовсе обвалиться. А ведь тут ежедневно проезжают сотни машин, люди ездят на дачи и обратно, плюс ко всему муниципальный общественный транспорт. Сегодня мы обратили внимание на эту проблему и городской общественности, и власти. Ждем, какая последует за всем этим реакция. Ну а пока убедительно просим быть осторожными на дороге за третьим КП. Юлия Гринько, Сергей Чурин, Информэкспресс. Ледового дворца нам не видать, но все же, на что пойдут деньги Росатома, расскажем через пару минут. А сейчас...